Сибирское дерби удержали победу, это и для нас, думаю, и для них было важно, кто сумеет удержать победу сегодня. Даже такое поражение – это опыт, несмотря на то, что в первом круге мы встречались здесь дома даже с «Зенитом» казанским, мы все равно какую-то игру показывали. Здесь «Локомотив» не дал нам шанса показать никакой игры. Первые там мячей 10, наверное, пытались привыкнуть к шуму. Немного другая акустика, большое помещение, большое пространство. Немного тяжело, плюс болельщики всегда в Кемерово болели очень активно и очень громко. Но после 10 очков чуть привыкли и начали получать удовольствие от волейбола. Хотя бы немного зацепил, то Мачаев был бы уже готов сохранить мяч в игре. И эйсом Илья Казаченков завершает эту встречу.